это Саша Браун, и сегодня хочу вам показать некоторые помощники в моем здоровом образе жизни, которые помогают мне оставаться в форме. Вот, например, мои любимые штучки – это такие контейнеры, которые помогают мне брать с собой мою еду везде, куда я иду. Иногда я ухожу из дома в 6 утра, прихожу в 11 часов ночи, и я всегда беру свою еду с собой, чтобы не думать, что буду кушать на ланч или на ужин. Очень помогает. Они сделаны со специальными вставками, которые можете положить в морозилку. И то есть целый день оно будет оставлять вашу еду холодненькой, то есть не испортится. Есть для салата, есть с разными маленькими контейнерами, которые можете брать разные снеки. То есть можете упаковать полностью всю свою еду, свой завтрак и ланч, и ужин, и маленькие перекусы в течение дня. Есть в разных вариациях. Потом моя любимая сумочка, с которой я не расстаюсь никогда. В принципе, у меня их даже 5 или 6 разных размеров и разных цветов. Но это самая моя любимая, фиолетовая. Мой любимый цвет. То есть я всегда хожу везде с собой. Она интересненькие, красивые сумочки. То есть даже не смотрится, как это какой-то ланчбэг, какая-то некрасивая сумка. Есть разные цвета тоже. Если кто заинтересован, кто хочет приобрести такие сумочки или контейнеры, можете зайти на мой веб-сайт и посмотреть количество, качество и какие есть разные. И если вас интересует, можете мне написать на мой email sashabrown07@yahoo.com, и я отвечу на вопросы о цене и доставке, где вы живете. Еще несколько очень интересных штучек. Одна – это такие коробочки для всех моих витаминов. То есть мои витамины всегда с собой. Старенькая уже, использую уже года два, наверное. Есть такие тоже очень интересные штучки, маленькие такие пакетики, в которые очень удобно ложить тоже витаминки, если нету такой коробочки. То есть витамины полностью, допустим, на обед, на завтрак, на ужин, все складываю на один день сюда, то есть везде можно в себе в сумочку положить. Или иногда я тоже ложу сюда мои pre- and post-workout формула, то есть перед тренировкой какие-то порошки, которые вам надо принимать, допустим, глутамин, или если вы берете branched-chain acids в порошках, можно тоже использовать такие маленькие пакетики. И еще очень хорошая штучка, называется стивия. О ней я не один раз писала уже на своем веб-сайте и на многих других форумах, что очень хорошая штука. Она сделана, это натуральный сахарозаменитель, он сделан из травы, стивия. То есть это уже не какой-то переработанный химический продукт, как некоторые, то есть натуральный, не будет поднимать уровень инсулина, сахара в крови. То есть очень удобно в использовании, можно взять с собой, в любой сумочке, мне всегда есть пакетик стивии. Вот. Так что если есть какие-то вопросы, обращайтесь, пишите на мой email, заходите на мой веб-сайт www.sashabrownpt.com и пишите, всегда буду рада помочь по вопросам тренировкам и питанию.